петрушки прима быстро прорастают и позволяют собирать большой урожай вкусной и полезной зелени, в которой содержится много витаминов и каротина. Сорт подходит для выращивания в открытом и защищенном грунте. Выращивать можно рассадным способом или прямым посевом в грунт. Также может расти в зимнее время года на подоконниках. Лист темно-зеленого цвета, сильно рассеченный, доли гладкие и блестящие на длинном черешке. Главное достоинство сорта – способность быстро отрастать после срезки, спустя от 25 до 28 дней. Используют зелень в свежем или сушеном виде. Петрушка прима – это травянистый высотой от 30 до 40 см. Летом листва темно-зеленого цвета. В качестве места выращивания прекрасно подходит теплица, открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.